Мои дорогие, всем доброго времени. С вами Полина Сухова, парапсихолог. Сегодня мы с вами поговорим о тотемных животных. Многие меня спрашивают, как узнать? Я часто, кто смотрит меня в сетях, в Инстаграм, выкладываю свое тотемное животное. И многие знают, что у меня дома живут белки, правда, чилийские. Это для меня тоже тотемное животное. Вот такой пушистый, классный. Чем это помогает? Ну, на самом деле, это действительно образ для меня, например, это образ связи с моими духовными наставниками, с теми силами, которые ведут меня по жизни. Поэтому для меня это очень такой образ, который всегда дует, греет душу, который вот смотришь на это прекрасное существо, и тебе очень-очень хорошо. Так какое же у вас тотемное животное, знаете ли вы? Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на канал, кстати, если у нас впервые. У нас всегда очень душевно, плодотворно, и всегда получите большую пользу. Лайки приветствуются, нажимайте на колокольчик, обязательно будете получать очень полезные, классные видео. Итак, как же вам узнать, если вы не знаете? Ну, есть, конечно же, разные системы, по которым вы высчитываете через свой день рождения, да, но я немножко по другому пути пошла, потому что для меня немножко другой смысл вот в этом замечательном существе, другая немножко сторона. Итак, есть два варианта, опять же, я предлагаю свою теорию, а вы хотите, берите, хотите, используйте другие какие-то инструменты, возьмите то, что вам отзывается. Первое, это значит, ну, нужно просто заказать во Вселенной, чтобы вам в ближайшее время показали, какое же животное вам близко, через знаки вам, чтобы это показали. То есть, когда вам будет много животных попадаться, многие, кстати, очень часто даже уже их подсознание знает об этом животном, но не знали вот напрямую, а потом Вселенная через знаки ребятам показывает. Одна девочка так нашла свое тотемное животное, и у нее пчелка была. Она говорит, мне просто завалили знаками люди, везде у меня попадались картинки на глаза. Вот как раз с этим замечательным, ну это не животное, это насекомое, ну тотемное животное, да, так условно будем называть. Ну и второй пункт, это какое животное вам больше всего резонирует с вами? Именно как вы себя ассоциируете? Кто-то с кошечкой, кто-то там с каким-то хомячком, кто-то со свинкой, кто-то там еще с какими-то птичками. То есть вы-то кто? Вот какое вам близко по душе животное, то оно, собственно говоря, и тотемное. Через вот этот образ ваши духовные наставники, ангелы-хранители, они будут вам давать знаки, они будут давать подсказки, они будут давать вам повышение вибрации, потому что когда мы смотрим на них, да, они действительно реально тут же нас выводят в позитив, в радость. Вот, мои дорогие, собственно говоря, все очень просто, легко. Как можно узнать, кто же у меня мое тотемное животное, и это будет действительно вам помогать в вашей жизни. Это как оберег, талисман, который будет всегда давать вам какие-то подсказки в том числе. На этом все. Увидимся в следующем видео. Я благодарю вас, мои дорогие, за поддержку. Благодарю вас за какие-то вопросы, которые вы часто задаете, причем очень даже интересные. И, конечно, благодарю за то, что вы развиваетесь. Это очень важно, ценно не только для вас, но и для Вселенной, для нашего общества. Ждем следующего видео. Всегда рядышком. С вами парапсихолог Полина Сухова. И поделитесь этим видео с близкими. Пока!